Да, друзья, вот это да, вот это я попал на завоз орхидей. Я, друзья, в нашем магазине с новым обзором роскошных, обалденных орхидей. У вас, наверное, как и у меня, сейчас захватит дух. Я уже просмотрел орхидею, пробежался глазами вокруг этого острова с орхидеями. И сейчас я вам все подробно покажу, но начну вот с этой красотки. Где она, вот она, вот она, вот она, друзья. Обалденно, я ее достану. Она мне прям сразу в глаза бросилась. Я такой красоты еще не видел. Смотрите, какая роскошная, обалденная орхидея. С такими вот прожилочками, с конопушечками. Такая сиренево-розовая, что ли. Такая очень-очень-очень. Не знаю, прям вот у меня, я смотрю на нее, у меня прям, знаете, хомяк хочет хочет эту орхидею, она очень роскошная. С корнями не видать, это у нас, друзья, такая лотерея с корнями. Что у нас здесь в глубине, друзья, я ищу еще подобную орхидею, нет ли здесь еще такой орхидеи. Так, 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 не вижу. Ох, 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 а вот эту посмотрите. Какая красотка! Яблони в цвету, просто, вот, знаете, похоже на цветущую яблоню, но только гигантских размеров цветочки. Посмотрите, какая прелесть! Орхидея просто обалденная. Биглипчик у него губа совком, таким прям совком сахарным, именно сахарным совком, совком для сахара. Такой роскошный биглип, обалденный. Не знаю, как вам показать его. Тоже корни не видать, корни за картонками. Так, у меня глаза разбегаются. Жалко, что только два. Было бы 10, я во все 10 глаз вам бы все это дело показал. Вот интересное сочетание окрасов. Свекольный, белая серединка и нежно-желтое горлышко у орхидеи. Тоже интересное. Но, друзья, стандартного цветения орхидеи фаленопсисы обычные уже меня как бы не особо вдохновляют, я бы так сказал. Я хочу вам показать эксклюзивчики. Так, вот такой вот, друзья, биглип здесь интересный. По-моему, это прям вот, знаете, венецианский карнавал. Да, скорее всего, венецианский карнавал, причем уже немножечко подцвел он, поэтому он, когда немножко подцветет, он от персикового, от окраса легато немножко отходит в бледненький такой цвет. Ну, у меня есть карнавалы венецианские, поэтому мне, ух ты, еще смотрите, какой медовый месяц, друзья, да, орхидея. Биглип. Вот еще, смотрите, какая шикарная орхидея, роскошная, такая, знаете, восковые цветы плотные, такого бархатного окраса. Орхидея мне напоминает, смотрите, какая очень-очень интересная орхидеечка. Название я не помню, я точно знаю, что я ее знаю, где-то у меня название есть, но я ее, честно говоря, не помню. Сортовой микс. Ага. Так, ух, какая, смотрите, розовая большая орхидея фаленопсис стандартного окраса. Сейчас я вам все-все-все здесь покажу. Какой завоз. Какой завоз роскошный. Уф, смотрите, какой далматинец. Роскошные орхидеи такого окраса далматинца. Прям бросается в глаза. Пестрая орхидея. Очень такая интересная. Так, ну сегодня я смотрю много у нас вот этих орхидей белых с нежно-сиреневой губой. Красивые орхидеи, очень красивые орхидеи. Но у меня есть, друзья, поэтому я так, знаете, все равно хомяк хочет схватить эту орхидею, но внутри сидит жаба, которая говорит: тебе зачем? У тебя есть несколько так, подобного окраса. Вот африканский закат, по-моему, да, орхидея.
поправьте, если я ошибаюсь, у нас была такая орхидея, мы ее разыграли в прошлом, точнее в позапрошлом розыгрыше. Вот, вот, смотрите, да, белые орхидеи иногда бывают настолько неотразимые и на фоне других белых орхидей явно отличаются, как вот этот вот экземпляр, посмотрите, какой он товарного, богатого вида. А, ну, явно перекормленные, потому что они, конечно, очень роскошно цветут от садовника. А потом во втором, в третьем домашнем цветении, конечно, они подобного окраса, подобного буйства цветоносов редко повторяют. Нужно хорошенечко потанцевать вокруг орхидеи. Красивая персиковая. А что у нас еще здесь интересного? Что еще интересного? Вот еще, смотрите, биглипов прям, наверное, штук 20 как минимум. Именно вот этого сорта. Но красивая, да, красивая. Вот хочется взять, но у меня есть, мне не надо. Но я бы взял, но цена сегодня, я вам ее покажу в конце этого обзора, не очень такая, знаете, демократичная. Мы уже тут в Волгограде, в наших магазинах подзажрались. И неужели это Iron Man, друзья? Вот этот вот красавчик, смотрите, белый с черничной серединкой и лимонным горлышком. Сейчас я его достану. Ах, тоже, друзья, в картонной коробке. Перехватить ее в другую руку, чтобы показать вам. Сейчас я ее принесу, вам покажу вот на фоне. Очень похоже на Iron Man. Вот эта орхидея, да? Посмотрите, какая. Ну, не так часто встречается в магазинах. Очень, я бы даже сказал, редко. За всю историю мне попалось всего, вот, наверное, раз четвертый. А вот, посмотрите, какая на дальнем плане яркая, сочная, такая желто-персиковая орхидея. Вот она. Вау, какая красотка! Она прям как китайский фонарик светится и в глаза прям бросается, просится. Ну, купите меня, купите. Покоцанные цветочки. Ну, друзья, очень часто в коробках везут орхидеи, сложенные пластами. Вот, смотрите, какая желтая, яркая. Кстати, в последнее время заметил, желтых стало намного меньше, чем в предыдущие годы. Прям очень-очень мало. Очень много розовых орхидей, белых. А желтых раньше было наоборот. Желтых было столько, что прям вот уже смотреть было противно. Так, а это у нас похоже на серф-сонг. Серф-сонг, но не до выкормыш такой, знаете. Ой, новый листочек там, смотрите, растет. Хороший, между прочим, экземпляр. Почему я назвал его не до выкормыш? Потому что цветы у него не по сорту маловаты. Обычно они у него побольше, цветочки побольше. Вот. А здесь они прям... Просто камера не видно в соотношении с чем-то, чтобы размер вы посмотрели. Но он такой ближе к мультифлоре, такой среднего миди, размера миди. О, правильно скажу, размера миди. Так, ну, глаза разбегаются, не знаю, что показать. Вот это еще красивое. Абандора, орхидея, мы уже пару таких разыграли на канале, но в этот раз, наверное, пропущу. Посмотрите, как она сочетается вот с этой орхидеей. Вообще окрасы сочные, ну, я прям очень-очень-очень хороший завоз, но по цене, конечно, есть у меня ограничения по такой цене, поэтому... Я бы, конечно, взял для розыгрышей эти орхидеи, но у меня уже полки ломятся о зимней спячки орхидей. Вот такая вот цена, друзья, 1100. Это, я считаю, для Волгограда дорого. Поэтому, значит, покупать новые орхидеи буду для розыгрышей, как только открою сезон отправки перезимовавших орхидей, потому что уже скопилось около 60 орхидей, а это почти чуть больше, ну, почти стеллаж, друзья, почти стеллаж. Вот, поэтому мест нету. Тут только для себя. Покупаю, куплю только для себя. Обязательно, друзья, я... Ух, какой розовый, посмотрите. Вау, на сакуру похож, но у сакуры нету крапа.
здесь веснушки, а сакура такого же большого размера, как ладонь, я вам показал. Так, что еще интересного? Так, вот тоже еще такая орхидея роскошная. Ну, отсюда сложно ее вытащить, поэтому вот так вам ее показываю. Интересная бархатная орхидея, такой винный окрас у нее, как будто бы, знаете, из такой желтой каймой по краям. Очень интересная орхидея. Так, что еще вам показать? Развернуть ее не достану. Открой личико, Гюльчатай. Ну тоже, да, африканский закат. Тоже, ну, полюбуйтесь, такой роскошный, тоже интересные орхидеи. Так, ну что, что мне взять? Ну, однозначно, первую орхидею, которой я вам восхищался, я точно возьму. А вот какую вторую из этих орхидей мне выбрать? Какую бы вы выбрали, друзья? Скажите, напишите мне, какую бы вы выбрали из этих вот красоток. У меня прям, я не знаю, глаза разбегаются. Смотрите, какое буйство красок. Сочные, но цена 1100. Да, знаете, я бы все бы купил, но по такой цене. Смотрите, белый какой, вау, тоже роскошный. Роскошный белый с большими цветами. Вот этот грустный, на Катрину похоже, орхидея. Так, а это у нас выцветший цветочек. О, посмотрите, какой красавчик. Тоже интересно. У меня такой беглипчик есть. А вот именно точно такой же, но только с большой губой. Такой же красавчик. Посмотрите, какая орхидея. Ну и, конечно же, вот такая вот неоновая венозница. Орхидеечка. В общем, друзья, я постарался все орхидеи вам показать. Не забывайте ставить лайк за эту красоту, пишите свое мнение по сегодняшнему завозу, ну и, соответственно, о цене, как там в ваших магазинах цены. Все, друзья, всем до встречи в следующем видео. Буду выбирать вторую себе орхидею.